Системный контроль за качеством продуктов на витринах самарских магазинов дает свои результаты. После регулярных визитов представителей городского департамента потребительского рынка со специалистами Роспотребнадзора в крупнейшие супермаркеты ритейлеры стали тщательнее следить за ассортиментом и качеством товаров на прилавках. Руководитель городского департамента потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников в очередной раз проехал по крупнейшим сетевым магазинам, чтобы проверить соблюдение всех правил торговли. Супермаркет «Магнит» на улице Партизанская. На прилавках только свежий товар. Это подтверждают и покупатели. Магазин чистенький, хорошенький продукт, на первый взгляд свежий. Если бы было плохое качество, мы бы не брали. Качество в магазине очень хорошее, хожу сюда часто. Покупаем самые основные продукты. Молоко, молочные продукты всегда покупаем, хлеб, овощи, фрукты. Именно молочке, овощам и фруктам особое внимание. Проверка показала, просроченных продуктов на прилавках нет. Вадим Кирпичников отметил, контрольные мероприятия и комплексное выстраивание работы с руководством сетей принесло свои результаты. Люди идут навстречу и понимают задачи, которые ставятся администрацией города. Наша задача, чтобы любой покупатель, вне зависимости от того, был сегодня здесь глава департамента или не был, придя в любой магазин, получал качественную, нормальную продукцию. Следующий пункт – магазин «Пятерочка» на улице Ярошевского. И здесь с качеством продуктов полный порядок. В перекрестке на Чернореченской есть помарки. На прилавке оказались овощи не первой свежести. Замечание комиссии выслушал директор. Пока строгих санкций к магазину решили не применять. Наша задача общая, да, чтобы был качественный товар. У магазина это, соответственно, рост оборота и потребления, а у нас это рост положительных откликов граждан на качественную и недорогую продукцию. В ходе подобных рейдов проверяют все – выкладку, свежесть, уровень сервиса, качество уборки прилегающей территории. По словам специалистов, подобные выездные мероприятия будут продолжаться в сетевых супермаркетах и дальше. Они позволяют видеть реальную картину дел и изменять ее в лучшую для покупателей сторону, если это необходимо. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.